Всем привет! Опять в ремонте Dodge Caliber. Ну вот он, красавец. Повреждена дверь, заднее крыло довольно-таки сильно. Крышка багажника. На замену будет только фонарь. Верхняя пластмасса с крышки багажника. И бампер. Его вообще нету. Для начала вытягиваю лонжерон. Сколько возможно. Теперь его нужно поднять вверх, чтобы убрать вот этот залом. Зацепился за балку и домкратом давлю вверх. Сверлю дырку в багажнике, чтобы выбить этот залом. Ну вот заломчик выбит, лонжерон ровный. Можно будет приступать к другим работам. Вытягиваю проем крышки багажника. Идет довольно-таки легко. Сейчас вытягиваю панель заднюю. Ну вот, все вытянули. Сейчас буду высверливать карман фонаря и кусок задней панели, чтобы подойти и сделать крыло. Ну вот, вырезали. Здесь вот надо будет подровнять, вытянуть. Ну, вытягиваю крыло так, чтобы не порвать. Тут вот должен выйти кантик, он весь промят, поэтому выдавливаю его лягушкой и делаю грубые кузовные работы. Ну, вот грубо я все отровнял, наметил канты. Потом споттером это все выровняем. Вот. Сейчас сравняю отсверленные детали. Для начала равняю кусок задней панели. На столе это удобно. Иногда проще высверлить и отравнять на столе, чем пыкаться на машине. Тем более, что и подходы есть, и что такое. Ну, вот эту деталь, можно сказать, подровнял. Придет время, и я ее вварю. Ну, вот она. Ну, сейчас буду равнять карман для фонаря. Он там не сильно поврежден, но все равно надо подровнять. Выстукиваем методично. Вот, как бы к концу, шлифую, вот, сразу под сварку зашлифовываю, вот, этот край буду потом подгонять по крылу. Ну вот, зачистил под споттер металл и равняю потихоньку споттером стойку и заднее крыло. Ну вот здесь кантик выбить не получается, обрывается металл
при помощи сварки навалю кантик и зачищу. Ну вот, подровнял. Тут порван кусок крыла. Равнять его нету смысла, буду вставлять кусок. Но для начала вытяну арку и вварю кусочек. Сейчас для дальнейших работ оттягиваю крышку багажника, чтобы она нормально закрывалась и можно было мерить. Также вот задняя панель приподнята над лонжероном. Надо опустить ее чуть вниз. Что я и делаю. Ну вот, для примерки фонаря вариваю отчеканенные детали, карман. Вот, и примеряю фонарь для работы с крышкой и смотрю зазоры. Ну вот, зазоры чуть-чуть не сходятся. Надо будет выбить и подровнять. Принялся за крышку при помощи споттера. Оттягиваю и выстукиваю. Но я не стучу, а просто натягиваю. Также вот этот кантик надо вытянуть. Ну, примеряю еще раз. Как бы зазорчик все сходится. Приступил к двери. Дверь сначала нужно оттянуть, чтобы она приняла свою форму. Но я не заморачивался, просто взял и вваривал кусок металла. Ну вот, все примерил, бампер, фонарь. Как бы все нормально. Буду отдавать на покраску. Ну вот, машина покрашена, отполирована, собрана. Поставлены диски, которые ранее были выставлены в клипе. Немного тюнинга. Решетку покрасили. Заменили, скорее всего, мои фары. Тюнинговые фары. В бампер LED вставили по запросу клиента. Ну вот, пожалуй, и все. До скорой встреч. С вами Артур был.